Муниципальное унитарное предприятие по организации капитального строительства, сокращенно МУППООКС, строило, строило и построило. Многоквартирный дом на улице 1-й водопроводной в микрорайоне Авдотина. Строительство началось в октябре 2011 года, то есть окончание строительства – это ноябрь нынешнего года, 2014. Вот. В доме 144 квартиры, из них это 72 квартиры однокомнатных, 42 двухкомнатных и 39, по-моему, трехкомнатных. То есть площадь квартир от 38 до 72 квадратных метров. Александр Кузьмичев новым жилым домом остался доволен. Но гораздо больше радует, по словам главы городской администрации, то, как успешно работает муниципальное предприятие. Вот это предприятие, по поводу которого были разные предложения, по поводу того, чтобы его продать, расформировать из муниципальной собственности, мы настояли на том, чтобы предприятие нормально работало. И сегодня мы видим о том, что действительно предприятие может эффективно и достаточно в жесткой конкурентной борьбе выполнять свои задачи, связанные с строительством как объектов социальной сферы, так и объектов жилищного строительства. Вот в этом году предприятие, как вы знаете, ввело эксплуатацию новую поликлинику в микрорайоне сортировка. В следующем году там будет введен эксплуатацию новый многоквартирный жилой дом. Ну и один из примеров достаточно быстрого эффективного строительства нашим муниципальным предприятием – это как раз дом, который мы с вами сегодня можем наблюдать.